Сегодня ночью меня разбудили птичьи голоса. И это так удивительно, потому что я живу в центре Москвы, и вдруг поют птицы. Да так громко, послушайте. Доброе утро, мои дорогие подписчики и гости канала, мои друзья! Сегодня я проснулась в 5 часов утра, пели птицы. И это так замечательно! Меня разбудили птицы в центре Москвы. Боже мой, как это здорово! А сейчас я пью, у меня пасхальный завтрак, и я пью чай с освященными яичками, пасхальным куличом, клубничка со сливками из посуды, которую я купила и привезла из Гжели. Вы помните, я недавно там была. Светлана, самое увлечение, считает, что Гжель – это сказочная зима, и я с ней полностью согласна. Мне она также напоминает зимние узоры на окнах, напоминает детство. Я пью чай, и мне кажется, что со мной вместе пьет чай Валентина Супиченко. У нее целая коллекция предметов Гжели. И так же, как и у Ларисы Ивановны Доровских, собравших свою коллекцию еще 20-25 лет тому назад. С нами из Гжели пьет чай и Валентина Корж, и Наталья Кокорина. Для меня, написала она, Гжель и православие равнозначно, поэтому именно в пасхальные дни люблю пить чай из этой посуды. А у Натальи Воронковой Гжели не так уж много, но для чая есть все: самовар, чайник, чашки, разделочная доска и даже пара фигурок. А у Людмилы, канал Людама, целый буфет заполнен Гжелью, и даже есть кофейная пара. Впрочем, как и у Наташеньки Ивановой, плюс самовар и чайничек. Кстати, в магазине на фабрике в Гжели я не видела кофейных пар, только чайные. И они вполне могли бы составить нам виртуальную компанию в чаепитии. И это так здорово, мне кажется, что вот такие мелочи еще больше нас сближают, объединяют, как будто бы мы сидим за одним столом. И, кстати, компанию нам составит и Елена Винтаж в эти пасхальные дни. У нее тоже есть замечательная посуда. А вот у Татьяны Глущенко и Галины Рожновой нету ни самовара, ни чашки, зато есть у Танечки ваза для цветов и овечка, а у Галины разные коллекционные фигуры. Ой, какая сладкая, чудесная клубника! Ой, какая вкуснотища! Я купила вот такой вот красивый бокал из Гжели.
Сейчас в нем стоит цветущая черемуха и верба. Вот я решила так украсить свой стол. Вот такой замечательный, очень красивый чайничек и чашечку я купила в своей поездке в Гжель. И в середине кружки знаменитая голубая роза. Майя Васильева спрашивала у меня, что я привезла из Гжеля, из своей поездки. И мне кажется, что я ответила на ее вопрос. А теперь я вам хочу показать предметы, которые у меня уже были. Я перед Новым годом всегда покупаю фигурки. Почему-то люблю их в Гжеле. Вот это вот поросеночек в этом году. Как раз он есть. А это у нас коровка. И еще хотела вам показать одну вещь, которая у меня была. Это вот такая вот замечательная кружка из Гжеле. С такой здесь птицей. Тоже с цветочком. И эта кружка не просто кружка, а вот я помню, что нам дарили ее на 850-летие города Москвы. Якиманка. Это район, где я проживаю. Раньше он так назывался. Так что вот эта вот вещь у меня была. И вот эта вот ложечка тоже у меня была. Дорогие мои любимые друзья, мне кажется, что вы мне стали уже совсем родными. Я очень много о вас знаю, так же, как и вы знаете обо мне. Мне кажется, у нас уже вот какая-то такая получается сплоченная, дружная семейка. И я хочу вам пожелать всего самого хорошего в эти такие святые какую-то неделю, в святые дни. Хочу пожелать вам всего самого хорошего. Здоровья, благополучия, надежды, любви, удачи. Я вас очень-очень люблю. Еще раз с праздником. Обнимаю и целую.